Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 14 февраля – день, который кардинально поменяет события в вашей жизни. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Понедельник, 14 февраля, сочетает 14 и 15 лунные дни, являясь самым энергетически мощным днем месяца. В это время вы можете кардинально изменить события, изменить их в лучшую сторону. Научитесь выделять главное, не отвлекайтесь на мелочи и проявляйте целеустремленность. Советы даже малознакомых людей могут сказаться полезными, поэтому прислушайтесь ко всему, что вам рекомендуют. Первые планы дня наиболее благоприятны для любых начинаний и планирования. Даже самые сложные проекты имеют шанс на воплощение, если они основаны на реальных фактах. Не сомневайтесь в последующем успехе, продвигайте свои идеи. Ваши предложения будут рассмотрены и приняты руководством. При этом трезво оценивайте свои возможности и анализируйте любую ситуацию. Не начинайте работу, если план не является продуманным. Не тратьте силы на дела, гарантированно не приводящие к победе. В 14 лунные сутки особенно сильны родственные связи, поэтому уделите внимание близким. При отсутствии возможности личной встречи свяжитесь с родными любым способом. Напомните о том, что они важны для вас. Идеальное время для налаживания отношений. Если вы не можете найти общий язык с кем-то из родственников, сегодня имеется шанс исправить ситуацию. Энергетика дня очень сильная, поэтому любые дела, кроме откровенно безнадежных, будут успешными. Окружающие люди дружелюбны, вероятность конфликта крайне мала. Общение доставляет удовольствие, а любые переговоры приводят к взаимовыгодному сотрудничеству. С 14.16 наступает 15-й лунный день, сохраняющий энергетическую мощь предшественника. Энергия настолько сильная, что необходимо проявлять осторожность, так как справиться с таким потоком нелегко. Во второй половине дня необходимо избегать непродуманных действий. Также избегайте лени, расслабления, иначе энергия, не нашедшая выхода, станет разрушать ваш организм. Лучше время заняться реализацией задуманного ранее, а вот от новых планов лучше отказаться. Под воздействием Луны вы вряд ли сможете адекватно оценить ситуацию, что приведет к ошибкам и зря потраченным силам. 15-го на сутки, когда полнолуние уже близко, необходимо подумать о своих действиях во вторую половину цикла Луны, запланировать самые основные события. В этот период у вас особенно активна творческая составляющая, идеи возникают практически на ровном месте, однако это может вылиться в эмоциональную усталость уже на следующие сутки, поэтому обязательно запланируйте на следующий день отдых. День идеален для любых финансовых операций и привлечения новых инвесторов. Можно одалживать и занимать деньги. В коллективе будет царить здоровая атмосфера. Контакты с начальством будут плодотворными. Также хорошее время для поиска новой работы. Период идеален для общения и новых знакомств. Вы можете устроить свидание со второй половинкой, признаться в любви. Те, кто давно находится в отношениях, могут назначить на этот день бракосочетание. Семейные отношения, начатые сегодня, будут гармоничными. Хорошее время для домашних дел. Вы можете протереть пыль, полить цветы или затеять что-то масштабное. Кроме того, выбросьте из дома сломанные старые ненужные вещи. Это стабилизирует энергетику вашего жилья. Поездки будут удачными, вне зависимости от их длительности. Проявляйте больше активности, чтобы достичь необходимого результата. Более того, сегодня нежелательно находиться на одном месте. И если у вас не намечается командировка или путешествие, просто пройдитесь по улице. Ну а по народным приметам в этот день отмечают Трифонов день, или еще как называют, день Святого Валентина. Родившиеся 14 февраля наделены цепким умом и сообразительностью. Благодаря развитому воображению, остроумию и активности практически всегда добиваются успеха как в делах, так и в материальном плане. А тонкое чувство юмора и прирожденный оптимизм делают их душой любой компании, а их талисман – алмаз. Традиционный праздник – День Святого Валентина, приходящийся на 14 февраля. В России стали отмечать относительно недавно, на Руси же этот день назывался Трифоновым днем. Согласно народной примете, если в ночь на 14 февраля появлялись звезды, то смотреть на них мог только именинник этого дня. У всех остальных при одном взгляде на небо шли слезы, а по телу проходил сильный озноб. Святого Трифона считали покровительствующим семейному благополучию, мирной обстановке в доме и разрешению житейских вопросов. Молодые незамужние девушки и женщины обязательно в этот день просили святого послать им любимого. Считалось, что браки, заключенные в этот день, особенно крепки и долговечны. На Трифонов день проводили много различных гаданий и предсказаний на любовь.
Так, например, гадание у окна. Чтобы узнать, состоится ли в этом году встреча с ужином, ранним утром 14 февраля, еще до восхода солнца, девушки садились у окна и смотрели на прохожих. И если за это время возле их дома проходил молодой человек, то свадьбе быть, а жених может быть похож на проходящего молодого человека. Гадание по имени. Желая узнать имя будущего возлюбленного, девушки проводили следующее гадание. Брали много бумажек и писали на них разные мужские имена. Вечером 13 февраля бумажки насыпали в емкость, перемешивали и приговаривали. «Святой Трифон, суженого во сне мне яви и имя его подскажи. Истина». Говорили один раз, далее емкость с бумажками ставили на окно на ночь. Во сне должен был прийти образ парня, а утром, не глядя, тянули бумажку с именем будущего жениха. Сны в этот день чаще всего несут романтический или любовный подтекст, как правило, исполняются в течение месяца. Красочные сны показывают, что вы на верном пути. Этот день идеален для работы с тонким миром. Любые ритуалы будут максимально эффективны, ведь энергии очень много. Сегодня открывается проход между астральным и физическим миром, поэтому период идеален для привлечения в вашу жизнь новых ресурсов. Кроме того, сегодня лучшее время для того, чтобы отпустить прошлое, освободив место для новых событий. Привлечение богатства. Заранее подготовьте кошелек, в котором вы должны оставить только бумажные купюры. Всю мелочь, все чеки и карточки вы должны убрать из своего кошелька. И также вам понадобится зеленая свеча. Если зеленой нет, берем белую. Итак, вечером вы должны зажечь свою свечку, поставить на подоконник, рядом положить свой кошелек. Далее, когда вы уже все подготовили, то вы должны сказать такие слова. «Луна, мать всего сущего, помоги мне, сделай так, чтобы мне ни в чем не нуждаться, в деньгах купаться, пусть мои доходы возрастут». Говорим три раза. Все. Далее вы кошелек уже убираете, можете пользоваться как обычно, а свечку нужно полностью оставить догорать. Ну а огарок, если остался, его просто выбросить. Такое действие очень быстро притянет к вам достаток. А также в этот день вы можете зарядить магнит для денег. А для этого вам понадобится любой магнит, который есть даже с холодильника. Достаточно просто положить магнит под подушку. Когда будете класть, скажите такие слова. Магнит манит, деньги идут, да прилипают. Навстречу достатку вступаю, богатой жизни я ожидаю. Вот эти слова проговаривайте три раза. Оставляйте свой магнит до утра. А утром вы его берете и можно спокойно либо повесить обратно на холодильник, либо носить с собой. Такое действие обязательно будет притягивать к вам достаток. И, конечно, в этот день можно отпустить прошлое. Это несложная практика и обычно проводят после расставания с близким человеком, либо потери чего-то важного. И если вы хотите отпустить прошлое, чтобы начать новое, то сделайте этот метод. Вам достаточно в течение дня просто сесть поудобнее, выделить для себя всего 5 минут. Закройте глаза, сосредоточьтесь. Найдите место в теле, где вам кажется сосредоточена боль и тоска. Представьте, что в это место входит энергетический луч, соединяющий либо с человеком, с которым вы больше не вместе, либо с ситуацией. Далее, когда вы почувствовали тепло, то просто скажите такие слова. «Отпускаю и благодарю за все». Говорим один раз. Вы заметите, что вскоре вам станет намного легче. Боль сменится светлой грустью и приятными воспоминаниями, и вы сможете открыть для себя дорогу к новому. Такое действие можно повторять и почаще. Если вы не можете отпустить неприятные ситуации, либо у вас идет тяжелый момент жизни, то сделайте такой метод, и вам сразу будет легче. Как обычно, по традициям, перед сном каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговаривает такие слова. С этого момента в моей жизни начинается золотая полоса удачи и везения. Повторяем один раз, и вы посмотрите, что у каждого наступит период процветания и везения.